Клоун – это профессия, которую не выбирают. Это рок или, не знаю, божеская пометка на твоем челе о том, что ты клоун. И вырваться из этого невозможно. И поэтому дальше остается только самоотверженность и, не знаю, и трус. Есть самая центральная, что ли, часть моей работы на сцене – это попытка вернуть и себя, и других к своим детским мечтам. Потому что думаю, что одна из самых сильных вещей в этой жизни – это следование человека своей цели, своему предназначению. А знаешь ты его в один момент? В момент своего детства. Мечта – это главное, что существует у тебя в жизни. И в детстве ты имел все, и поэтому ты должен вернуться опять к себе изначальному, то есть к своим верам, к своим мечтам и к тому, к той уверенности, что ты можешь этого добиться. А потом в течение жизни мы теряем то одно, то другое, то нас это самое, это не дали, это невозможно, здесь это нет времени, здесь... И в конце концов загоняется человек в такой маленький узенький туннель, который идет уже не к его мечте, а совсем противоположную сторону. И, наверное, это вот как раз эта вера и возвращает нам театр. Магаду? Айл, не Магаду. Все подходят и спрашивают. Славика видела? Славика видела показывает? Ой, как хорошо. Славика видела на день столько раз. Все спрашивают. Приятно. Все то, что со мной сейчас происходит, наверное, было заложено уже от родителей. То есть, скорее, я как бы не знаю точно всех этих теорий, от чего, почему, для чего бывает, но кто-то все-таки виноват. Или Боженька, или мама с папой. Они мне давали свободу большую, потому что практически я все время проводил в лесу или на речке. То есть я очень любил природу. И единственное было у меня обязательство, я должен каждый день приходить на обед. То есть это самое, это вот был строгий закон, что я должен был прийти. Это для меня была огромная проблема, потому что за 10 километров идти из какого-нибудь леса на обед, это очень тяжело. А мама, она хоть у меня старенькая, но еще очень даже вот активно живет. Она вот только что приезжала ко мне сюда. Он поступал в технический институт. Два года проучился и бросил. Нет, вот, это не по мне. А кого это мне было? Говорит, мам, я учиться не буду там. Via, via di qui. Niente più ti lega questi luoghi. Neanche questi fiori azzurri, via via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you, chips, chips. Поверяй, Дим, давай. Ну, когда-то еще в школе, я не знаю, думаю, что у большинства из моих ребят то же самое было. На уроках кто-то из друзей уже называл нас клоунами. Потому что это было естественное проявление нашей энергии, выявление нашей личности. Называя клоуном, то есть
говорили о том, что несовершенен там, условно, что вот такие ученики как бы положительные, а есть отрицательный клоун. Но этим, оказывается, они, наоборот, меня очень вдохновляли. Я как бы об этом раньше не задумывался, но они, произнося это слово, задевали за что-то такое, что во мне сидело и пыталось вырваться на свободу. Я люблю клоунаду, очень люблю. Но ту клоунаду, которую я вижу, я ненавижу. Значит, надо было найти какую-то такую клоунаду, которую я люблю. И поэтому я в истории клоунады собрал 5-6 номеров, которые я считал вот эталонами этого вида искусства. Поэтическая клоунада. У Чаплина, например, маленький эпизод, когда он смотрит на слепую цветочницу и понимает, что она протягивает ей цветок, вдруг понимает, что она слепая. Или у Марсо, когда он, на его руке лежит бабочка, которая уже не взлетит никогда. Первые годы, когда я пошел на клоунады, это путь Ингибарова. Я просто пошел по тому пути, который он уже сделал и нарисовал. Поэтому в моих во всех программках, проспектах везде написано, кто мои учителя. На первом месте стоит Чаплин, потому что когда-то его фильм «Малыш» для меня стал, наверное, «Малыш» открыл первые двери в клоунаду и вообще в мир комедии и трагедии одновременно. Потом стал Марсо, и потом стал Ингибаров. И поэтому во всех первых моих программах написано «Чаплин, Марсо, Ингибаров». Творческой линии, значит, но был период лицедеев, да, был период, в котором я сделал театр, потому что мне показалось интересным исследовать психологию, философию или поэзию социальной группы. Нужно было время, нужна была такая группа людей, которая единым чем-то живет, для того, чтобы это выразить. Если собрал десяток или больше, там, может, 15 нас человек было, собрал эту команду, где каждый был очень яркой индивидуальностью. То есть я специально подбирал не ровненьких, а кривеньких. Я их превратил в типы клоунов, да? И я собрал вот эту группу людей, которые как-то ухитряются жить вместе, счастливо. Пусть сумасброды, пусть оболтусы, пусть что-то не так понимают, постоянно ссорятся, но потом вместе поют, пляшут вместе. Это песня, ну, то есть люди, которым вместе хорошо, необходимо, при всех проблемах, которые между ними возникают.
Я так счастлив, что у меня была такая команда, и так потрясающе мы с ней работали. Но если бы я этим занялся дальше, был бы странный, и не был бы Славой Полуниным. Потому что Слава Полунин только потому называется Слава, что я, как только я чего-то достигаю, мне это сразу неинтересно. Потому что если вещь уже создана, она должна отправиться и двигаться по своему пути. А я хочу заглянуть за следующий поворот. Что там за этим занавесом, или что там в этом коробочке, или что там. Поэтому, когда стало так много успехов у этой компании, я сказал: ребят, теперь я хочу себя исследовать. Я хочу еще посмотреть, что у меня там в глубине. У вас вечером спектакль, что ли? Да-да. Угу. Во сколько? 7:30. Ну что, пойдемте? Пойдемте. Сейчас они догонят. Ау! Мы пойдем все вместе. 10 лет исполнилось моему любимому ребенку, которого называют сноу-шоу, это мой спектакль последний, ему 10 лет, и тысячный спектакль, я долго думал, где же я должен сыграть тысячный спектакль и отметить десятилетие, потому что самое лучшее место — это Москва. Вот этот спектакль, лично мой, Слава Полунина, и все актеры, кто со мной работают, это понимают полностью, принимают полностью, и с таким желанием мне помогают это реализовать. Очень люблю компанейское искусство, потому что такая мощная, фантазийная среда получается. Один человек зацепил какую-то тему, мгновенно другой отреагировал, неожиданно третий это что-то добавил, и растет просто как на дрожжах, мгновенно. Ну, вы видели, там за долю секунды вырастает просто такой популяция. Тут такой один жест, вдруг целая сцена, вдруг еще несколько человек подошло, здесь еще музыку включили одновременно. То есть это нужна команда. Сейчас первый тур. Не знаю, сколько туров будет. Может, 2, может, 3, может, 10. Значит, первый тур. В неизвестное заведение, которое еще не конкретно. Единственное, между ней связь одна. Это все эти вещи организую я. И принцип, куда поступаете, это просто школа, которую я пытаюсь создать. После того, как мы танцуем, если кому-то нужно надеть костюм или попросить какую-то музыку,
Вам 2 минуты после танца сдается на это, вы сделаете, приготовьтесь, чтобы потом не отвлекать никого. Все поняли? Значит. Я пытаюсь восстановить имперские амбиции России в мире клоунады. Дело в том, что традиция, престиж русской клоунады очень высокий в мире. Не очень много мы можем это сейчас доказать, не очень много, то есть несколько всего примеров. Но отношение к русской клоунаде, к русской школе, как к Станиславскую, вся мировая, как называется, культура имеет очень точное. Раньше я работал 11 месяцев в году, теперь я работаю 5 месяцев в году для того, чтобы иметь еще 5 месяцев на свои новые проекты и на школу. Ну, голова с другой стороны. Все, что ребята делали, для меня уже провокация, и на будущее я уже, ага, вот это интересная сцена, можно попробовать ее вставить в спектакль «Хармс», а эта интересная сцена вообще ключ там к такой-то теме, и ждет, пока ты к этой вещи обратишься, тогда ты будешь использовать то, что в импровизации возьмешь. Можно было бы понять, что такое семья наша, на примере, когда мы однажды, у нас был отпуск, и на пляже, значит, когда вот сидим, нечего делать, мы не знаем, как-то вот так, нечего делать, все, просто сидишь. И тогда мы начали строить такие замки, и вот тут можно было посмотреть, что такое семья. Я делал основные земляные работы, то есть со всего пляжа с огромной там массой песка, значит, навалил в одну кучу. Там это самое Дима там делал инженерные работы, мосты, значит, это самое канавы и так далее, и так далее. Значит, Ваня там делал архитектурные подробности, а мама выводила все в узоры и делала это, как бы называется, живым. То есть интересно, просто вот мы же не сговариваясь, просто каждый делал то, что он любит, то, что он знает, то, что умеет. Yeah.
я все-таки пытаюсь найти в реальности возможность реализовать мои идеи. Я еще хочу, чтобы то, что я мечтаю, еще реализовалось. Поэтому понимаю, что актер – это такая профессия, которая живет только сегодня, и поэтому я должен то, что во мне сидит, все равно выплеснуть. Я как вижу, всегда в конце спектакля зрители забывают о том, что они, у них это самое портфели, там это самое, что у них во столько-то надо быть дома, что эта жена ругала это совсем по этому-то поводу. Они вдруг вспоминают свое ощущение радости жизни, творчества и какое было вообще упоение о том, от надежды, что ты достигнешь какой-то своей цели. Они возвращаются к своей идее жизни. Вдруг они по-другому начинают подходить что ли к жизни. Они в ту секунду, когда играем мы, они хотят вместе с нами сойти на сцену, вместе с нами петь. Печать, валяться, рвать бумаги. Vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via. Neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Do-do-do-do-do, chibum-chibum. Do-do-do-do-do, chibum-chibum-bum. Do-do-do-do-do. Я не ставлю себя на место учителя никогда. Я ставлю себя на место человека, который рядом с тобой делает что-то ужасное, интересное и вовлекает тебя в этот процесс. То есть я никогда не обращаюсь впрямую к зрителю, чтобы добиться понимания моей цели, да? моих каких-то понятий. А я всегда нахожусь в своем мире, погружаюсь в него, следую за своими фантазиями и в этом нахожу такое удовольствие, что зритель со мной вместе вдруг начинает сопереживая моему герою погружаться в те же самые фантазии и двигаться со мной по этим лабиринтам. Fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, it's wonderful, that's wonderful. I dream of you. Chips, chips, chips. Do-do-do-do-do, chibum, chibum, boom. Do-do-do-do-do, chibum, chibum, boom. Do-do-do-do-do. Жизнь всегда объемная, бесконечная, вне количества этих уровней, ассоциаций и так далее. И ты никогда ее не вложишь в одну маленькую щелочку какого-то слова или, не знаю, понятия.